Лук Сивок Альбион F1, белый, Allium sepa, Elbion, однолетнее растение, используемое для одиночных посадок. Обильный урожай получают при высадке в чернозем с добавлением перегноя. Грунт готовят заранее, поскольку лук не переносит свежих удобрений. Чтобы сивок принялся, первое время поливают через день. После появления всходов полив сводит до одного раза в неделю. Плоды белого цвета, средней массой 100 грамм. Урожай собирают через 90-110 дней после посадки. Предпочитает солнце, но неплохо растет и в полутени. Лук применяется в сыром виде для консервирования. Лук Сивок Альбион F1, белый, это однолетнее растение. Трава лучше всего подходит для одиночных посадок. Лук прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания луки прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает лук Сивок Альбион F1, белый, в месяц май-апрель. Цветы имеют средний аромат. Лист этого прекрасного растения по форме перистый. Лук Сивок Альбион F1, белый, имеет среднеспелый срок созревания. Плоды лука созревают в месяце май. Форма у плода округлая. Цвет плода белый. Вкус полуострый, мякоть сочная. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.